Сегодня поделюсь с вами очень крутым рецептом жареной мойвы, а главное без запаха. Мойву я помыла, высушила, понадобится соль, перец, паприка. Можете взять любые специи по вкусу. И вот такой пакет. В пакет я положила 2 ложки муки, всыпала туда все специи, соль, перемешала и положила мойву. Она очень классно обволакивается в муке, при этом ничего лишнего. Выкладываю на противень и его заранее смазала растительным маслом. И ставлю в духовку буквально на 30-40 минут в зависимости от вашей духовки. Мойва получается очень вкусная, съедается как семечки. А самое главное, нет никакого неприятного запаха.